Ты явно не добрый, ты им только прикидываешься. Ты не доверяешь, ты меня расстроил. Да не видно по твоей роже. Как ты не понимаешь? Мне очень плохо, это конец. Микки, успокойся, возьми пряник. Если ты проиграешь, пулю во лбу ты резко заощущаешь. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы на канале, который называется Brief. И мы сейчас будем смотреть перевод песни Хаги-Ваги. Мы узнаем, о чем же он нам поет вот этой своей наглой мордой. Что он нам пытается донести, какую великую мысль. Ставьте лайк за это дело, пишите комментарии, подписывайтесь, жмите колокольчик, включайте все уведомления. Ссылка на оригинал внизу в описании, поехали. Не убегай, я тебя не трону, познакомимся сейчас. Мы, не надо бояться, я безобиден. Да конечно, я всего лишь игрушка. Кому ты заливаешь, а? Почему ты такой огромный? По твоему виду так не скажешь, что ты безобидный. Почему ты здесь один, где твои создатели, что это за место? Да ты как ты успеваешь все это, как он успевает все это проболтать за такое короткое музыкальное вообще расстояние? Не задавай лишних вопросов, они ни к чему, я так давно не видел людей. Вы мне очень интересны, ведь вы пришли меня веселить. Ринальд, ты так взял. Я устал, ты видишь, стран, ты игрушка на веселой. Думаю, ты не опасен, по крайней мере, я верю, что ты нас не обманешь. И будет все нормально. Вот это ты, кстати, тут и ошибся. Тут ты немного ошибся, бойфренд. Да, ну да ладно. Долго ждал вас. Я был как жутко мнение. Но вы пришли. Мне не по себе. Ты, я благо. Пугаешь меня ты. Благодарен. Очень странно. Вам за это странный. Теперь сможем мы играть. Так ты ему веришь или не веришь, бойфренд? Я запутался. Бойфренд какой-то странный, не может определиться. Он с той стороны говорит, ты вроде не опасный, а потом говорит, ну как-то мне стрёмно. Ну вообще, на такую рожу, если посмотреть, конечно, стрёмно, да. Кошки-мышки, буду вас искать. Поверьте, будет весело. Да я уже проходил это. Мне не нравится, мне эта игра, чую здесь, я подвох. Ты что-то не договариваешь, не смей нас обмануть. Падла, еще надо добавить в конце. Буду я вас искать. В кошки-мышки я S. Ну, что? Простите. Простите, кажется, проговорилась эта чмошная рожа любительницы детей. Буду я вас искать. В кошки-мышки я S. Нет, а давай мы без S обойдемся. И без кошек, и без мышек, и без всего. Я тебя очень прошу, Хаги. Давай твои вот эти наклонности мы. Дам во время убежать, затем буду вас искать. Что ты затеял? Мне не нравится твоя улыбка. Ты явно не добрый. Ты им только прикидываешься. Ты не доверяешь. Ты меня расстроил. Да не видно по твоей роже, что довольная, как всегда, как будто миллион долларов выиграл. Ты меня извини. Но ты на свою рожу уж посмотри, как можно доверять. Но ты меня пугаешь. Зря ты меня расстроил. Теперь мы поиграем по-другому. Подобно прошлой. Но пожестче. Пожестче, чем кошки-мышки S? Я боюсь спрашивать. Не запугивай меня, игрушка. Хватит нас пугать. Мы тебе ничего не сделали. Ты свихнулся, видимо. Это не нужно отрицать. Прячьтесь, убегайте. Все равно не поможет. Зря меня разозлили. Не хотел я с вами такого. Но вы сами захотели. Уровень рифма божественный. Что ты хочешь сделать? Видимо, нужно уходить. Пока не начал свое грязное дело. Да, кошки-мышки S, я напоминаю. Пока есть шанс, нужно уходить. Вы сами подписались. А, подписывайтесь на канал, да, кстати. На это. Я такого не хотел. Но вы, ну, дили. А, вынудили. Господи, ну, вынудили, нудили что-то. Ну да, бойфренд, конечно, нудотный парень тот еще. Чуть что, сразу рэп-баттл. Меня так сделать. Ты что-то скрываешь. Начинается игра. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаю вас искать. Кто не спрятался, я не виноват. Убежать от тебя смогу. Ведь ты всего лишь глупая игрушка. Звал, что ты предашь нас. Ты наглый обманщик. Там это, бойфренд, там ящик надо тянуть в конце. Я тебе напоминаю. Потому что у меня не сразу получилось, поэтому ты уж готовься сразу тянуть ящик там. Когда из этой, из канализации ты выскочишь. Кого найдут, останется здесь. Жалеть никого не буду. Эта игра непростая, она с подвохом. Вам не сбежать отсюда.
ты слишком в этом уверен. Вы меня, ты меня плохо знаешь. Выживал и не от таких. Тебе на не поймать. Тебе... То есть тебе на, не поймать, ты понял на? Тебе на, никого на, не поймать на, понял на, слышь ты на, скна, понял на? Чё смотришь? На. Вот так вот. Так, у тебя бойфренд на место поставил, понял? Так. Чё сейчас будет? И рожа бойфренда такая сейчас. Оп. Ну то есть хаги-ваги, бойфренд почему? Это бойфренд типа убегает, да? Типа бойфренд убегает. Да, да. Ух ты, какие. Ой. Походу не получилось. Канал Клейпин. Дисклеймер. В данном видео не хочу кого-либо оскорбить либо унизить. Оно не призывает к насилию, это видео. Насилие — это плохо. Песня Микки Маус на русском. Happy Song. Погнали. Песня счастье. Счастье прям такое. Слышится, да, во всем этом. Давай. Понеслась. Это я, Микки Маус. Я снова с вами. Мы сегодня в ударе. Это я, бойфренд. Мы сегодня в ударе. Сказать честно, ты меня пугаешь. Это я, бойфренд. Все нормально. Поехал немного кукухой, это нормально. Чё? Ты не бойфренд, чувак. Если ты забыл, ты только в прошлый раз говорил, что ты Микки Маус. Что с тобой, Микки? У тебя тики? Я же знаю, все мне нормально. И сейчас тики такой на плече такой появляется. Зря вы пришли сюда, уроды. Нифига. Я ведь предупреждал. Переломаю тебе кости, малец. Ого, да ты суровый. Увы, это неизбежно. Если я уже хотел переломать кости, я переломать неизбежно. Что произошло с тобой, Микки? Я был твоим фанатом. Когда-то в детстве я хотел встретиться с тобой. Ты вовсе не та мультяшка. У меня была куча фанатов. Но все забыли, и остался я гнить здесь. Все вернется, успокойся. Главное завести канал на Ютубе и начать записывать реакции. Страшное дело не делай, это не конец. Как ты не понимаешь? Мне очень плохо. Это конец. Микки, успокойся, возьми пряник. Мы найдем выход из этого пришельца. А я найду тебя, кому-то за экраном. Отомщу всем, всем за себя. В этом городке мне тошно. Отдохни, если можно. Ты был крайне странным. Почему вы так поступили? Пойми, Микки, все нормально. Обо мне все забыли. Главное, успокойся, я помню. Был когда-то популярным. Хватит быть монстром. Но все пошло коту под хвост. Обычный кошмар. Все сгнило ножом по сердцу. Я думал, ты нормальный. А тут пришел еще ты. Оказывается, ты псих. Смерти тысяч, парень, почему-то все трясется. Ну что ж, буду таить про кого-то за экраном. Те времена были великолепны. Только ты с нами. Но все равно и пост заканчивается поет. Если спрятаться, то нет, куча была фанатов, но все выросли они. Рано или поздно бывает. Но все, тебе конец. Я же знаю, мне не конец. Да в смысле выросли они? Сейчас детям, если показать Микки Мауса, куча просмотров на Ютубе, там, по-моему, я находил какие-то видосы. Ну, короче, Микки расстроен, да, что он теряет популярность. Ну надо рэп начинать читать, Микки, что я могу сказать? В принципе, ты на правильном пути, вы как раз этим и занимаетесь, что еще надо? Скоро стать... Да ты уже, блин, популяр, самый! Вот реально, Микки... Микки Маусу грех жаловаться, я считаю. У него, по-моему, вообще самый популярный мод на Friday Night Funkin' со времен Трики. Я смотрел на Ютубе, уже столько версий этих песен сделали. Вот реально, популяр... Так как Микки взорвался, я не помню давно, чтобы что-то взрывалось, просто взлетало. Поэтому ты вообще молчи, у тебя все замечательно. Опять-таки, видео сделано в развлекательных целях. Оскорбить и унизить не пытаемся. Канал тот же. Игра в кальмара на русском языке. Что ты тут забыл, а? Отдохнуть захотел, да? Отдыхать будешь вскоре, такими темпами. Ты сдохнешь. Пушка в твоих руках меня не пугает. Тебе не запугает меня. Если ты проиграешь, пулю во лбу ты резко заощущаешь. Ай, блин, это гениально. Вот это уровень Иосифа Бродского просто. Давайте еще раз. Давайте еще раз, это божественно. Если ты проиграешь, пулю во лбу ты резко заощущаешь. Па-па-па, мадафака. Да, вот это я понимаю панч. Вот это гениально. Так, это Versus Battle просто лучший на свете. Какой там Джонни Бой Оксимирон? Кучу раз мне это говорили, но все они слились. Искусно я стреляю. Пику не сравнится, да. Пику еще как сравнится. Он в этом ас. Давай мы не будем уточнять, что он там делал с твоим ас, бойфренд. Я, конечно, знаю, что у вас там история взаимоотношений. Я уверен, ты сдохнешь на второй же игре. Да. Ох, как долго он говорит. Наконец-таки меня. Ты не будешь бесить. Да. Мои биты идеальны. Они приятны слуху. Как они могут бесить кого-то? Странное это место, но не понимаю. Вы сами себе это подписали. А, кстати, подписывайтесь на канал, да. Что за детские игры? Этого вы не ожидали.
Да-да-да-да-да-да-да-я-я-я-я. Ну в этом рэп-батле побед за мной. Не ожидал, что так жестоко будет, что можешь сдаваться. Хотя в этом месте твои биты раздражают, замолчи. С кем избатлиться, а? Неплохо, но это не конец. А вот конец и достает. Нет, это только начало, поверь. О, да. Ха-ха, я знаю. Красный парень. Это была только разминка. Я способен на гораздо больше. Это мы еще посмотрим. Не терпится отстрелить тебе бошку. Ха-ха, попробуй, красный лошок. Какой великолепный уровень оскорблений просто. Какой шикарный уровень просто дискуссии. Знаете, противостояние богов просто. Не обзывайся, красный лошок, а то умрешь напрасно. Ты же знаешь правила, я еще не проиграл. Ха-ха, говоришь правильно, пацан. Ха-ха, я всегда прав, да-да-да. Твои биты неплохие, но мои всегда лучше всех. Знакомая мелодия. Да, это у Синпая, я помню там. Пам-па-па-пам-пам-пам-па-пам-па-пам. Это Торнс песня, по-моему, да? Да. Довольно-таки опасное место, да. Но меня манит выигрыш. Да. Какие разнообразные слова у нашего противника. Хочу разбогатеть. Нету права на ошибку. Одна ошибка и ты труп. Неужели ты думал, что мы раздаем халявные деньги? Это вполне понятно. При мне умерло куча людей. Но мы заберем выигрыш Girlfriend. Так там один человек только может остаться, помню. Посмотрим, дойдешь хотя бы до конца. Обязательно дойду. Я в этом уверен, признаю, ты победил. Круповатый, мне нужно валить на службу. Так что прощай, малец. А меня ждут испытания. Увидимся в следующей игре, которую обязательно пройду. Так что прощай, красный чел. О, да! Что это в конце такое? В конце, конечно, классно. Прощай, красный чел. О, да, называй меня папочкой еще, да? Я не знаю, почему он так реагирует. Ну да, ладно. Ребята, кстати, не учли немножечко, что в игре в кальмара может быть только один победитель. Да. Вот это, конечно, беда. Это, конечно, беда, поэтому с Girlfriend ты точно не уйдешь. Кто-то из вас немножечко скопытится. Ну да ладно. Давайте на этом мы будем завершать. В общем, вот такие вот у нас переводы на русский. По-моему, просто браво. Местами я прям валялся от смеха. Ссылки на оригиналы этих трех видео будут внизу в описании. На этом завершаем. Обязательно, пожалуйста, переходите, поддерживайте их. А также поддерживайте меня лайками, комментариями, подписочками, колокольчиками. На этом мы заканчиваем все. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.